Сейчас будем мощно пилить. Сейчас пилим мощно. Минута есть, друзья, для того, чтобы показать все в прямом эфире. Выкладываю прямо сейчас в губернию Дмитрия. Поехали. Внимание, друзья! Мы с Ириной сегодня идем в парке «Патриот». Мощный подмосковный выпускники подходят к нам. Это просто какая-то фантастика. Ирина Слуцкая, боже мой, богиня, перед которой я стою на колени, просто на колени. Ира, как дела? Все прекрасно, присоединяйтесь к нам. Итак, выпускники, как настроение? 20 секунд видео. Сначала мальчишки, как настроение? Теперь парк «Патриот». Девчонки! Фантастика. И сейчас под занавес, все вместе, чтобы вся страна услышала. Сейчас пойду запилю. Пока пройдет билет, ребят, подписывайтесь. Не забудьте, кстати, ставить хэштеги. Хэштеги обязательно. Нас взлетай и выпускники 17. Да? Вот вас смотрится садитые, друзья. Ну что, вот каким настроением, Анечка, ты приехала сюда, расскажи. С очень хорошим, громче говори, микрофон. А кого из артистов ты любишь, ну, кроме, естественно, певца губернии? Спасибо. Спасибо, я иду делать мощные селфи сейчас. Ира, поработайте, Ира, я пока покупаюсь сейчас, Сережка, да. А я тогда пойду на другую половину. Это, кстати, вы знаете, вот некоторые считают, друзья, что мы здесь работаем. А для нас это праздник. Ушел в массы. Я не могу, у меня группа большая сегодня. Я пока спущусь, уже все закончится. Хэштеги ставим, да, взлетаем, выпускник, все как вот. Кого ждете, расскажите из артистов больше всего. Я проблема, тебе такая не нужна. Я проблема, да, да, я проблема. Тебе такая не нужна, Слуцкая, я проблема. Да, да. Ты не проблема сегодня, поверь мне. Ребят, ну что, как настроение? Чё-то никто не танцует. О, Блудный вернулся, привет. Здравствуй. Ну что, у нас на красной дорожке, кстати говоря, уже меньшее оживление царит, потому что я вижу, тут люди разбираются по парку, но у нас, кстати, уже практически совсем скоро, во-первых, начнется официальная часть, я напоминаю. 19:40, друзья, по Москве на канале 360 прямая трансляция. Уровень федеральный, как принято говорить в таких случаях, нас увидит вся страна. Не, мы тоже умеем, что вы думаете, только фили-метал, что ли? Говорите, снимаем каблуки и пляс. Да, друзья. Ну что, девчонки, вы довольны? Все нормально? Главное, чтобы были довольны девчонки. А мальчишки? Кто доволен? Давайте сделаем вот так. Молодцы. Настроение хорошее. Все, тогда начинаем снова танцевать. У нас танцевальный флешмоб. На этой сцене сейчас появляется замечательный коллектив, друзья. И как-то раз, когда у парней с Black Star спросили, кого вот они выделяют, они говорят, вот эти ребята –